Сегодня хочу заснять, насколько же хватает зажигалки Zippo. Залил сюда 10 миллиграммов бензина. Проверим. Очень даже интересно, будет ли зажигалка из строя после такого гигантского времени. Так, я думаю, нам надо потушить. Продолжаем нашу съемку. Стало страшно, что она загорится вся целиком. Расплавится и невозможно будет потушить. Если она еще раз так же загорится, то мы... Нет другого выбора, как выйти на улицу и оставить ее умирать до конца. Вроде сквозняка в комнате нет, а в любом случае... У нас... Сквознячок. Продолжить наш эксперимент на улице. Итак, наконец-то наша лаборатория решила вернуться к своей бензиновой зажигалке и все-таки проверить, опасно или не опасно залить 10 миллиграммов бензина и залить здесь 10 миллиграммов бензина и что сов. Сейчас надо найти время. Секундомер. И вот, проверим. Thank you.
Итак, опыт с зажигалкой удался, она больше не горит. Бензин весь выгорел, возможно, а возможно и нет. Итак, наша лаборатория показала нам, что зажигалки хватает на 12... Ну там еще, наверное, 3 минуты было, где-то 15 минут. И еще она очень критично повредилась. Что конкретно взорвалось, я пока не могу сказать. Был ли это кремень или батарейка с машинки. Сейчас чуть-чуть подождем, отстынет и проверим. Перевернем зажигалку вверх ногами, чтобы бензин стек. А, невозможно, горячее. Итак, подытожим. Нашей зажигалки хватило на 12 минут горения непрерывного. Ну, прерывались вообще-то на 4 минуты. Может быть, она бы и быстрее бы померла. 4 минуты это было в помещении, потом мы вынесли ее на улицу, пока туда-сюда она отстыла. Ладно, в целом 12 минут она выдержала. Подытожим, что зажигалка работает сейчас исправно, несмотря на то, что она работает 100 рублей, мы ее заправили. Внешний вид, конечно же, у нее испортился. Она теперь не такая классная, здесь еще со шнурком какая-то беда. Ну, в принципе, щелкает-щелкает. Не так классно, конечно, закрывается. Сикель-пикель. Но горит. Функционирует. В принципе, ладно. Всем спасибо. Всем пока.